Сегодня суббота, такой спокойный, тихий день, в центре машин практически нет, но тем не менее пара десятков человек рано утром проснулись и пришли сюда, в сквер. Это сквер, его площадь 014 га, он существует совсем недавно. Если я не ошибаюсь, это когда его, в сентябре, по-моему, было постановление, в сентябре было постановление правительства. И вот эта территория, где мы находимся, получила статус сквера. Но не просто так. Москва вдруг взяла и ни с того ни с сего присвоила ему статус сквера. За это боролись местные жители. Это конкретный результат гражданской активности. Очень удивляет и очень поражает то, что все-таки в наше время, когда наоборот только уничтожают зеленые насаждения, вот это все-таки произошло. Да, как бы, и я очень доволен и очень рад этому. Да, как бы, посмотрите, здесь завезли землю, да, здесь завезли этот самый, ну, вот новую площадку обновили, да, как бы, собачью, тоже хорошо, вот, и за сквером надо ухаживать, со сквером будем помогать, будем ухаживать, будем, возьмем шефство над людьми, которые этим занимаются, будем советовать, вот примерно вот так вот я пришел по приглашению, спасибо.